Чемпионат России на короткой воде в Санкт-Петербурге подобрался к середине дистанции. Сборная Тюменской области пока не сумела добраться до наград. Дмитрий Мальцев дважды замкнул шестерку лучших. 100-метровку комплексным плаванием он преодолел за 54,35 секунды. 7 сотых отделили тюменца от бронзы на дистанции в два раза короче на спине. Егор Юрченко финишировал только 15-м в заплыве на 50 метров вольным стилем, отстав от первого места на 1,27 секунды. Софья Спадаренко заняла 7-е место на 50-метровке баттерфляем, уступив лидеру из Новосибирска Арине Сурковой 0,78 секунды. На 100-метровке комплексом тюменка расположилась на 10-й строчке. В эстафете 4 по 50 метров комбинированным стилем Дмитрий Мальцев, Владислав Павлов, Софья Спадаренко и Елизавета Клеванович финишировали на 6-м месте. Выиграла команда из Калужской области. Григорий Гордеев рассчитывает на золотой дубль международного турнира юниорской серии ITF в Ханты-Мансийске. Рейтинг фаворит одиночного разряда в 1-2 переиграл Даниила Степанова из Москвы 6-3, 6-2. В дуэте с рязанцем Артемом Астафьевым в полуфинале парного разряда тюменец был сильнее москвича Андрея Козлова и Владислава Стругача из Беларуси 7-6, 6-2. Мини-футбольный клуб «Тюмень» готовится сыграть дома с нижегородским «Торпедом». Правда, тренировки команда Николая Иванова вынуждена проводить далеко не в полном составе. В расположение сборных отправились Лео Гужел, Денис Субботин, Артем Антошкин, Андрей Батырев, Азиз Муждаков и Йован Лазаревич. Тренировочный процесс складывается пока не на полноценном, как должно быть. Есть плюсы, есть минусы, потому что у нас были микротравмы, и мы за это время подлечим наших игроков. А пойдет на пользу или не пойдет, это только покажет сама игра.